Киев, Украина, делам Шведобиса. Это Анаклия, будущий туристический рай Черноморского побережья, земли Самегрелос в Анете. Мы продолжаем рассказ о туристических возможностях этого края. Наш следующий сюжет об экстремальном туризме. Фишка Анаклии как курорта заключается еще и в том, что город находится среди невероятного количества национальных парков, заповедников и разных природных красот, которые способны порвать на части любителей экстремального и экологического туризма. Ну а как же, ведь это Мегрелия, любое природное чудо земли Самегрелла, которое покажется вам интересным всего в часе езды от побережья Анаклии, где, кстати сказать, можно заниматься и дайвингом. Хотите ловить рыбу и наблюдать за птицами? Тогда вам в уникальный национальный парк Колхетти и на озеро Палеостоми. Хотите заняться рафтингом? Милости просим в устье реки Риони, где она впадает в Черное море. Хотите организовать сафари на джипах или покататься на лошадях? Тогда вам в предгорье. Настоящий кавказский скакун, это очень круто. Каргия, каргия! Но самое классное развлечение для экстремалов в Мегрелии – это каньонинг. Для непосвященных объясним. Этот вид экстрима заключается в преодолении трудодоступных каньонов с помощью подручных средств. Скалолазание, спуска по веревке, прыжков в воду, плавание и тому подобных трюков. Лично мы, побывав в Мегрелии, выдумали новый вид почти экстремального туризма – каньонинг для ленивых. Выглядит это просто. Вы приезжаете в Мартвильские каньоны, которые находятся в каких-то 100 километрах от Анаклии, спускаете на воду лодку, садитесь в нее и просто лениво наслаждаетесь невероятными видами, мимо которых проплываете, слушаете шум водопадов и мечтаете остаться тут навсегда. При всем том экстриме, который здесь существует, все это поддерживается просто невероятной фантастической природой. Хотите верьте, хотите нет, но это не Латинская Америка, это Грузия. Киев, Украина. Я надеюсь, что после нашего рассказа экстремалы, так же, как и мы, захотели приехать и отдохнуть в Грузии. Но мы еще не рассказали о главном достоянии Грузии. Об этом в следующем ключе.